Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму молодые кабачки. Рецепт очень простой и быстрый, а кабачки получаются такими вкусными, что все, кто пробует их впервые, непременно просят рецепт. Полный перечень и точное количество используемых ингредиентов будет указано в конце видео. Сначала готовим маринад. Кладем в кастрюлю соль, сахар, заливаем водой, размешиваем, добавляем черный перец горошком, лавровый лист и отправляем на огонь. На каждый литр воды берем 40 граммов соли и 85 граммов сахара. Когда маринад закипит, вливаем в него столовый 9% уксус из расчета 70 граммов на 1 литр воды и даем снова закипеть, после чего огонь выключаем. Пока маринад будет остывать, подготавливаем кабачки. Нарезаем их кружочками толщиной до 1 сантиметра. Круги большого диаметра делим пополам. Затем измельчаем укроп зонтиками, чтобы он занимал меньше места в банках. Дальше берем простерилизованные банки, на дно кладем листик смородины, 1-2 щепотки укропа, разрезанный зубчик чеснока и закладываем до самого верха кабачки, при этом хорошо их уплотняем. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Чтобы разложить 1,5 килограмма кабачков, мне понадобилось 6 пол-литровых баночек. Теперь устанавливаем банки с кабачками в кастрюлю, дно которой должно быть застелено полотенцем. Заливаем кабачки теплым маринадом. В данном случае ушло 1,2 литра. Прикрываем банки стерильными крышками. В кастрюлю наливаем воды, температура которой примерно такая же, как и температура маринада. Затем ставим кастрюлю на умеренный огонь. Ждем, пока в ней закипит вода, а крышки на банках станут настолько горячими, что трудно удержать руку. Засекаем с этого момента время и стерилизуем кабачки 10-12 минут до изменения цвета. Дальше достаем банки из воды, закручиваем, переворачиваем и даем им так остыть. Накрывать ничем не нужно. Вот и все. Очень вкусные маринованные кабачки на зиму готовы. Хранить их можно при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.